Надеюсь на вашу поддержку. Каждый раз извиняюсь перед юными дамами, что старый лысый пень, и сейчас еще больше старый лысый, чем раньше, поет такую эротическую песню. Но обращаю ваше внимание на два немаловажных факта. Песня написана была в 70-м году. Значит, было мне, ну, там, 40 лет там назад, да? Значит, я был чуть-чуть помоложе. А во-вторых, ничего нет. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я б такие видел чудеса. Ох, не славы, братцы, ох, не славы, резк волны, мерцание весла. Хор, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее ногая, как нога высокая нога, и не нужны тебе другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор! Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделали со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в столушу, и в ненастье все сжигает он меня до тла. В нем постель распахнутая настежь, и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь, и жена французского посла. Спасибо. Спасибо. Друзья, небольшой перерыв, минут 15. Отдыхайте. Книжки, диски, все вот там. Все автографы прямо в рабочем порядке будут получены. Спасибо.